Я волшебник, дед всевет, мне в обед всего 100 лет. Сказку начинаю, в гости приглашаю. К тем, кто сделал все дела, сказка в гости пришла. За лопоток курочку. Русская сказка. Шла лиса по дорожке и нашла лопоток. Пришла к мужику и просится: «Хозяин, пусти меня ночевать!» Он говорит: «Некуда, лисонька, тесно!» «Да много ли нужно мне места? Я сама на лавку, а хвост под лавку!» Пустили ее ночевать, она и говорит: «Положите мой лопоток к вашим курочкам!» Положили, а лисонька ночью встала и забросила свой лапоть. Поутру встают, она и спрашивает свой лапоть, а хозяева говорят: «Лисонька, ведь он пропал! Но отдайте мне за него курочку!» Взяла курочку, приходит в другой дом и просит, чтобы ее курочку посадили к хозяйским гуськам. Ночью лиса припрятала курочку и получила за нее утром гуська. Приходит в новый дом, просится ночевать и говорит, чтобы ее гуська посадили к барашкам. Опять схитрила, взяла за гуська барашка и пошла еще в один дом. Осталась ночевать и просит посадить ее барашка к хозяйским бычкам. Ночью лисонька украла и барашка, а поутру требует, чтобы за него отдали ей бычка. Всех, и курочку, и гуська, и барашка, и бычка, она передушила, мясо припрятала, а шкуру бычка набила соломой и поставила на дороге. Идет медведь с волком, а лиса говорит: «Подите, украдите сани, да поедемте кататься». Вот они украли и сани, и хомут, впрягли бычка, сели все в сани. Лиса стала править и кричит: «Шню-шню, бычок, соломенный бочок, сани чужие, хомут не свой, погоняй, не стой!» Бычок не идет. Она выпрыгнула из саней и закричала: «Оставайтесь, дураки!» А сама ушла. Медведь с волком обрадовались добыче и ну рвать бычка. Рвали-рвали, видят, что одна шкура да солома. Покачали головами и разошлись по домам. Вот и сказочке конец, а кто слушал, молодец.